А 14 сентября в культурно-выставочном центре «Радуга» будут представлены подлинники Пабло Пикассо. Два десятка картин испанского художника, которые сейчас находятся в Германии в одной из частных коллекций, через неделю будут доступны для всех димитровградцев. Эта выставка, впрочем, как и все проводимые в «Радуге», будет бесплатной и проработает до конца месяца.